Грызть яблоко науки. Вчера вечером дикого кабана камеры зафиксировали во дворе кооперативного института. Животное искало выход с закрытой территории, на которую пробралось через шлагбаум. Привлекли кабана, возможно, яблони, растущие во дворе, либо его спугнули бродячие собаки, сообщают в Минприроде Чувашии. Прийти он мог со стороны Чандрова. Это не первый случай появления парнокопытных в Чебоксарах. Буквально два дня назад, 1 сентября, целое стадо переходило дорогу за заводом Чапаева. Ведет животное в город все же не тяга к знаниям, а поиск пропитания. Если к вам на дачный участок забрался кабан, специалисты советуют проявить осторожность и обозначить себя громким шумом или голосом, чтобы животные заметили человека и ушли сами.